Севастополя. У нас турнир закончится, боевой ничьей. Пока впереди полностью. И если сейчас такой вынесет вердикт наши покупая судьи, то мы знаем, что судьи находятся на местах. Руслан Санихин со своей вещей. Правительный вопрос о порядке уже учили награды победителям. В этом поединке единогласным решением судей победу пальчика одержал Сергей Смолин. Наш турнир прошел в завершение.